Эффективность портала «Антиснег» сегодня проверяли на практике. Специальные комиссии из представителей АТИ и администрации проверили, как исполняются заявки по уборке улиц, которые поступают на портал. Напомню, «Антиснег» — это специальный сервис, на котором можно оставить заявки и указать место в городе, где плохо убирают дворы, дороги или тротуары от снега. Люди этой возможностью активно пользуются. Очень снежная зима. Бывает очень трудно. Нам мы с семьей приходим. Муж помогает, дочка. Иногда мы чистим до асфальта. Видите, вот дорогу уже показывают, мы как работаем. И больше я ничего не могу сказать. Все видно в лицо. Ну, извините, пожалуйста, мне до конца делают. Я считаю, что хорошо, потому что в других дворах еще хуже. Периодически чистят, конечно, но не часто. Была заявка на портал «Антиснег». После этой заявки было выдано уведомление домоуправляющей компании. Они отработали, и по данному факту имеем вот мы такой вид. То есть двор приведен в нормативное состояние. Замечания, конечно, есть, но они незначительны. Мы, думаем, сравним это, поскольку еще процесс уборки идет не закончен. Ужасно, брат. Просто ужасно. Заявка не отработана. Лед? Объект, ну, больница, да. Наледь. Дорога не прочищена, тротуары не прочищены. Заявка была с 4-го дома от жителей на портал. Здесь создается препятствие к проезду оперативных машин, в частности, скорой помощи. Вот. Тем более, что сюда приходят люди пожилые, люди больные. Я иду из больницы домой. У меня перелом. Ну и как здесь? Плохо. Но, с другой стороны, там, где один голый лед, хуже. Иду и про это думаю, вот там нельзя перейти нам, инвалидам. И здесь нельзя перейти совершенно. Очень плохо. Было предупреждение, здесь повторно дано предписание. Если они в течение сегодняшнего дня это не убирают, в соответствии с муниципальным контрактом, им будет выставлен штраф 818 тысяч рублей. Здесь снег и наледь на проезжей части, наледь на пешеходных тротуарах, причем тротуары здесь имеют уклон довольно-таки большой. Кстати, человек идет как раз поэтому. Вот. И это, опять же, создает дополнительные условия для получения травматизма. Так не должно быть. Снег по правилам благоустройства должен быть на вывоз. То есть складирование снега у нас запрещено. Это ненормально. Особенно вот с той стороны тоже плохо чистят. Объезд городского штаба по Ленинскому району показал, что ДУК Ленинского района отработали заявку на портале «Антиснег», а вот подрядная организация СДС, ну, как видите, на Гончарова и на Заводской улице отработали неудовлетворительно, то есть за что к ним будут применены штрафные санкции. Они здесь вычищали, но в связи с снегопадами, то есть они не успевают и не хватает техники. Ну, из-за этого я считаю, что надо им второй раз штраф дать. На третий раз уже разрываем с ними договорные отношения, если они не справятся.